Есть тут у нас магазин «Фасоль» Витязева. Я постоянно там наши сезонные фрукты выцепливаю по хорошей цене. И вот впервые вижу арбуз по 30 рублей за килограмм. Небольшой, на самом деле. Давайте потестируем его. Да, вот размер с мою ладонь. Вот такой вот маленький арбузик. Реально. Арбузик, который вмещается на руке. 2,5, даже 2,600. Ну, такой вот кубанский арбузик. Я бы не сказала, что он супер красный, но пахнет очень свежо и вкусно. Мне напомнил вкус деревенского моего арбуза, который в Курской области рос у бабушки. Да, на вкус такой же. Это не те сахаристые большие арбузы, но холодным очень даже вкусно. На 77 рублей 2 килограмма, почти 3 килограмма. Нормально. Вот так вот он выглядит. Он еще не супер красный, он такой розово-оранжевый, но вкусный. Видите, не хватает красочного цвета, красного такого и сахаристости. То есть это местный кормовой арбузик.